Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня мы с вами находимся на лугу. И вот посмотрите, какие прекрасные нежно-голубые цветочки здесь произрастают. Перед вами секвойи. Как-то в одном фильме два главных героя хотели найти кофе. Один мужчина говорил женщине: давайте, говорит, выпьем цикорий. Это, говорит, подобие кофе. Но у кофе подобия нету. Но цикорий прекрасно, конечно, поднимает и тонизирует. И многие из вас покупают в магазине цикорий. Ну, вот такие вот у цикория цветочки. Но здесь вообще на опушке леса у нас здесь очень много лекарственных растений. Посмотрите, вот перед вами пижма обыкновенная. Используется она как средство против глистов, а также тонизирует при плохом пищеварении. Ну, здесь также есть у нас ромашка. Ну, вообще, очень-очень много различных лекарственных растений. Но еще хотелось бы вам сказать несколько слов про цикорий. Цикорий является растением-барометром. Вот в этом месте сейчас дождя нет. И цикорий не закрыл свои цветочки. А вот давайте посмотрим в другом месте. В этом месте только что прошел дождь. И посмотрите. Цикорий закрывает свои цветочки. Вот посмотрите. То есть цикорий не просто лекарственное ценное растение, которое тонизирует, укрепляет наш организм, но и также является растением-барометром. Ну что ж, давайте об этом будем знать. Спасибо всем за просмотр.